Джордж Клуни и Амаль Аламуддин на грани развода. Источники из близкого окружения пары сообщают СМИ о грядущем разводе Джорджа и Амаль Клуни. СМИ со ссылкой на источники из близкого окружения пары сообщают о проблемах, которые регулярно возникают в звездной семье. Судя по информации инсайдеров, Амаль Аламуддин никак не может принять стиль жизни, к которому привык Клуни и который характерен для Голливуда. Избранница актера и ранее чувствовала себя не особо комфортно в звездной тусовке, а теперь и вовсе стремится отучить супруга от былого стиля жизни. В определенной степени девушку можно понять, ведь Джордж практически все время проводит со своими коллегами и приятелями. Даже на празднование дня рождения Амаль Клуни пригласил своих лучших друзей Рэнди Гербера и Синди Кроуфорд, с которыми Аламуддин довольно сложно найти общий язык. По информации инсайдеров, ссоры и непонимания ведут к тому, что брак Амаль Аламуддин и Джорджа Клуни в скором времени может потерпеть крах.